4-5 сентября 2021 года при поддержке правительства Камчатского края специалистами Новосибирской общественной организации по защите животных при участии Камчатской региональной организации «Доброе сердце» в Петропавловске-Камчатском и города Елизово будет проводиться акция по бесплатной стерилизации животных без владельцев, а также кошек и собак, принадлежащих гражданам. Стерилизация в первую очередь исключает появление нежелательного потомства у животных, которое может оказаться впоследствии на улице, а также препятствуют возникновению заболеваний мочеполовой системы животных, различных воспалительных и онкологических заболеваний.